В Марьевском районе прошла церемония передачи останков советского летчика, погибшего в годы Великой Отечественной. Спустя 7 десятилетий поисковикам удалось отыскать родственников пилота. История началась осенью 43-го, когда в Марьевском районе во время тренировочного полета погиб летчик-истребитель Як-1 Петр Конюхов. Здесь, собственно, человеческого фактора не было. Здесь был некачественный ремонт самолета, который был списан как учебный полк. Но, к сожалению, к большому, по тем недоделкам, которые на нем были, он летать в принципе не мог. Оторвало крыло, и он 6-7 винтов сделал, значит, штопором. И врезался штопором практически в землю. Считалось, что останки пилота покоятся на кладбище деревни Моисеева в Марьевском районе. До того, как в феврале 2018-го участники поискового отряда «Находка» обнаружили в Демянском районе части двигателя самолета, на котором погиб Конюхов. Оказалось, что мотор просто переставили когда-то на рабочую машину с разбитой. Марьевские поисковики решили вновь обследовать место падения «Яка», за штурвалом которого находился лейтенант Конюхов, и обнаружили там останки летчика, которого, как оказалось, просто не захоронили во время войны. Впоследствии поисковики нашли и его родственников. У летчика до сих пор живы две его родные сестры, а на встречу с поисковиками приезжали племянник из Санкт-Петербурга и племянница из Челябинской области. Как мама, она говорит, у меня всегда было такое чувство, что хоть и пришла похоронка, но он вернется. И вот это, видимо, вера вот в его возвращение и позволила найти место гибели, останки. Останки лейтенанта Петра Конюхова будут преданы земле в Челябинской области.